Нет. Нет. Этого не может быть! Господи, Лили! Черт! Лили, это я! Где ты? Господи, она наверху! Что произошло? Папа! Я иду, Лили! Держись! Я тут, Лили! Я тут! Лили! Выходи! Лили! Где ты? Я пришел! Папа здесь! Нет, папа, ты не пришел. Кидман? Привет, Себастьян. Давно не виделись. 3 года. Я тебя разыскиваю уже 3 года. Ну а где ищешь-то? На дне бутылки? Так что ли? И какого черта ты явилась теперь? Ты не мог найти меня, потому что они не хотели. Ну-ка, успокойся. Ты знала, что должно было произойти в больнице, да? То, что произошло в маяке, осталось в прошлом. Ты должен забыть. Ты говоришь, как треклятый мозгоправ, к которому меня послали. Но он не знал ответов. А ты знаешь. И ты расскажешь мне. О Мёбиусе. Вот почему я пришла. Откуда у тебя это? Твоя Лили жива. Она погибла. Я видел полицейский отчет. Я был на похоронах. Мы способны даже историю переписать. А уж инсценировать смерть и подавно. Я не стала бы к тебе приходить, только чтобы соврать. Лили жива. И она у нас. Но она в беде. Ты должен помочь ее спасти. В каком смысле? Что вы с ней сделали? Убери от меня руки! Я надеялась, что ты пойдешь добровольно, Себастьян. А уговаривать тебя времени нет. Ты нужен нам.
Ты нужен Лили. Себастьян? Ты проснулся? Хорошо. Да, отлично. Где мы? Это одно из наших зданий. Так это Мёбиус Всемогущий, да? Следи за тем, что говоришь. Знал бы ты, какая у них власть. Ну да. Такая власть, что им пришлось похитить бывшего копа, чтобы он помог. Ну хотя бы твой чудовищный сарказм на месте. Хватит с меня этой чуши. Где Лили? Терпение. Ты получишь ответы на все вопросы. То, что случилось в психиатрической больнице «Маяк» — прискорбная неудача. Но с помощью новых знаний мы создали новую, усовершенствованную систему STEM. При чем здесь вообще моя дочь? Только представьте, миллионы сознаний, слитых воедино. Счастье для одного — это счастье для всех. Эта машина, это чудо, приведет человечество к истинному величию. Но для начала потребовался разум, чистый и невинный, способный вместить тысячи личностей. Чистый разум ребенка. Вы подключили Лили к этой машине?! Ваша дочь особенная. Самый стабильный кандидат на роль ядра из всех. Благодаря ей новая система STEM работала успешно. До недавнего времени. Чуть больше недели назад Лили пропала. Перестала подавать сигналы. И пространство STEM начало разрушаться. Мы решили, что это технический сбой, который легко починить, и отправили внутрь группу наших агентов. Но мы потеряли связь с ними, а затем со STEM. Подумайте, мистер Кастелланос. Я даю вам уникальный шанс. Не просто увидеть свою дочь, но и спасти ее жизнь. Вы столько лет корили себя, что не сумели. Можете спасти или бросить умирать. Выбор за вами. Удачи, Себастьян. Если встретишь там кого-то из наших, постарайся сотрудничать. Я знаю, ты нам не веришь, но у тебя с ними общая цель. Ничего, я и сам справлюсь. Только помни, как только обнаружишь Лили, сообщи, чтобы мы начали извлечение. Я буду снаружи на связи. А кое-кто будет с тобой там, внутри. Ты готов? От тебя многое зависит. Будь осторожен. Вход в STEM через 3, 2, 1.
Неужели? Где я? Я знаю, что с этим трудно смириться, Мира. Но она умерла. Наша девочка умерла. Нет. Я не смирюсь с этим. И если ты не поможешь мне, я сама узнаю правду. Что за чертово место? Детектив, получен вызов. Всем машинам, 11-9-9. Срочный код 3. Больница Майор. Что здесь? Неважно, Себастьян. Главное, ты добрался. Как ощущения? Ужасно. Будто у меня жуткое похмелье. Ничего, это пройдет, когда мозг адаптируется. Ты находишься в зоне, отделенной от главной системы. Здесь мы можем поддерживать связь с тобой. Это место называется кабинет. Безопасная зона, созданная из твоих воспоминаний. Ах, воспоминаний? Раз так, где же моя жена и дочь? Смахивает на мой кабинет в полицейском управлении. Его формировало твое подсознание. Претензии предъявляй себе. Ближе к делу. Мы отправили тебе кое-какую информацию. Видишь что-нибудь незнакомое? Снимки нескольких агентов Мёбиуса. Это ваша пропавшая группа? Она самая. Найдешь кого-то, дай знать. Внутри STEM мы можем связаться лишь с тобой. Они застряли в Юнионе. Они тоже ищут Лили. В Юнионе? Пространство STEM имеет форму небольшого города под названием Юнион. Отлично. Значит, ваших экспертов тоже надо спасать. Только ты и можешь это сделать. Спасибо за доверие, но у меня одна задача — найти Лили. Мы добавили данные. Просмотри их, прежде чем идти. Юнион, да? Типичный американский городок. Это специально, чтобы его считали спокойным и безопасным. Спокойным и безопасным. Полная противоположность маяку. В маяке мы не контролировали ситуацию. Да вы и сейчас ее не очень-то контролируете. Послушай, я не знаю, с чем ты столкнешься. Если потребуется информация, попробуй пообщаться с местными. Опросить свидетелей, так сказать. Как ты учил меня в полиции. Ты никогда не была настоящим детективом. Ты тоже уже не детектив. Но придется взяться за расследование, ладно? Кошка? Не помню, чтобы у меня была кошка. Зеркало. Как в маяке. Наверное, выход. Почему моя память не делает обычных дверей? Значит, снова туда. В зазеркалье.
О, Господи. Что там такое, Лили? У куклы голова оторвалась. Ничего страшного. Мама все исправит. У нее золотые руки. Ну-ка. Себастьян, что с тобой? Все в порядке? У меня прекрасная семья, чудесная жена, умница и красавица. Конечно, у меня все в порядке. Обними меня, Мира. Ты слишком много работаешь. У тебя уже голова кругом идет. А ты не заболеваешь у меня? Я вообще по адресу? Что за черт? Это же... Он же из поисковой группы. Бейкер. Командир группы. Одна пуля прямо в голову. Thank you.
Кто-то хотел перекрыть выход наружу. Или внутрь. Алло? Черт! Кто это был? Что это? Черт! Это еще кто? Как и тот, что из поисковой группы. Я должен найти выход.
Боже. Ох. Какого черта? Твою мать! Или нет? Твою мать! Что это за хрень? Так, кажется, оторвался. Да ты просто издеваешься!
Нет! Нет! Так, ладно. Что за хрень тут творится? Куда меня занесло? Вот бы ты мне раньше попался. Может, это нужное место? Лили, надеюсь, ты здесь. Во что же я впутался? Кидман. Потеряли тебя. Без понятия. Но это ни хрена не мирный городок. Здесь творится что-то неладное, Кидман. Бейкер мертв. Вокруг бродит убийца. И все это очень напоминает то, что происходило в маяке. Во что ты меня втравила на этот раз? Я не знаю. Нам ничего не известно. Бейкер был командиром группы. Если он погиб, страшно подумать, что с остальными. Продолжай поиски. Чем больше я узнаю, тем лучше смогу помочь. Да, конечно. О, бедный сукин сын. Бросили здесь гнить. Не волнуйся, Себастьян. Это просто маленький тихий городок. Ага. Слишком тихий. Надо есть. Ешь. Привет. Эй! Неужели не слышала? Надо проверить. Здрасте! Кожа до кости. Ешь. Надо есть. Доедай. Надо есть. Кожа до кости. Я сказала, ешь! Вот так. Это для твоей же пользы. Что за...
Господи. Кейдман. Быстро ты. Узнал что-то новое? Да, узнал. Все это и правда очень похоже на маяк. Здесь люди превращаются в монстров. Черт, что же там произошло? Я не знаю. Но это значит, что Лили могла не просто потеряться. Себастьян. Брось, Кейдман. Я справлюсь. Я найду ее. Это еще что? Из Мёбиуса. Кто-то из них уцелел. Плохо. Эти твари буквально повсюду. Надо в дом вытрясти из парня информацию.
Черт! Вашу мать! Вот так. Надеюсь, выдержит. Не стреляй. Я тебя не трону. Видишь? Можешь опустить пушку. Я на твоей стороне. Ты не из Мёбиуса. Хоть ты и не из этих тварей, но это еще не значит, что ты на моей стороне. Верно. Я не из Мёбиуса, но это они меня прислали. Ты видел тварей снаружи? Что они могут? Да, видел. Тебе повезло, твой напарник пожертвовал собой, чтобы ты мог удрать. Не напарник. Он был из службы безопасности Юниона. И защищать меня его работа. А моя работа – починить систему. Мне не платят за то, чтобы я тут сдох. Я не солдат. Я техник. Я знаю. Стой! Стрелять буду! Солдат снял бы с предохранителя. Говорю же, мы на одной стороне. Попробуем еще раз. Я Себастьян Кастелланос. Я О'Нил. Лиам О'Нил. Значит, ты не из Мёбиуса, но тебя забросили сюда. Зачем? Я ищу свою... Я ищу, как отладить ядро. Как и ты. Да? Ну, желаю удачи. Я пас. Буду ждать, пока нас не извлекут отсюда. Никто тебя не извлечет, пока не найдут Лили. Что за Лили? Пойми... Мы все застряли здесь, пока не отыщем ядро. Поможешь мне? Если предлагаешь пойти с тобой, на меня не рассчитывай. Это убежище, и я не собираюсь его покидать, ясно? Но я дам тебе наводку. Я засек неподалеку сигналы, резонирующие с частотой ядра. Мы искали их источник, когда на нас напали. Вот, послушай. Голос, как у маленькой девочки, да? Тихо. Это она? Ядро? Думаю, да. Но мой коммуникатор поймал множество странных сигналов за то время, что мы здесь. Доберешься до источника, будешь знать точно. И как это сделать? Поймай сигнал на свой коммуникатор. Когда выйдешь отсюда, сам поймешь. Вероятно, ты поймаешь и другие сигналы. Можно будет найти их источники и узнать... Нет-нет. Сперва ядро. Другого пути выбраться отсюда нет. Как хочешь. Свяжем наши коммуникаторы. Я сообщу, если что-нибудь найду. Ладно. Пожалуй, это можно. В группе вас было пятеро? До нас сюда отправили еще команду охраны. Ну, да. В поисковой группе, да, пятеро. Постой. Ты сказал, было? Я нашел Бейкера. Он мертв. Ха. Неудивительно. Он засек мощный сигнал и пошел проверить. А я говорил, что нужно попросить извлечения и сообщить о наших находках. А остальное не наше дело.
Но он не слушал. Как же, командир группы. Должен быть храбрее всех. На самом деле, от храбрости до глупости один шаг. Согласен. От осторожности до трусости тоже один шаг. Не надо передергивать. Меня не радует его смерть. О, я что, по-твоему, совсем скотина? Надеюсь, остальные целы? Я сообщу, если найду кого-то еще. Правда сообщишь? Спасибо. Я буду рад. А здесь опаснее, чем я думал. Не знаешь, где можно добыть оружие и припасы? Я пытался тебе рассказать, но ты не хотел меня слушать. Ну, теперь слушаю. Я перехватил разговор двух охранников Мёбиуса, которые говорили о схронах с оружием. Найдешь их, пополнишь запасы. Может, охранники живы и помогут. Я подумаю. Да ладно, я здесь один. И мне нужна защита. Если бы ты не позволил своему защитнику подохнуть... Хватит уже. Я отмечу сигнал на твоем коммуникаторе. Захочешь, проверишь. Мне плевать. Значит, ты здесь уже неделю сидишь? Неужели так долго? Плохо. Здесь время идет по-другому. Мы думали, что быстро управимся. Типа, я буду дома к ужину. Но это место вообще ни на что не похоже. В смысле? Когда ядро идет в разнос, всегда сбои бывают, но... Сейчас творится черт знает что. Здесь все распадается на куски. Есть излучатель стабильного поля, но он работает неправильно. Что за излучатель стабильного поля? Если тебя послал Мёбиус, ты должен это знать. Что это было? Thank you.
Crazy, some would say.